Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, у Мартикеев с блоком новостей, и вот что главное сегодня. Правительство страны увеличило список заболеваний, при которых дети и их сопровождающие смогут бесплатно добраться к месту лечения и обратно. 42 единицы специализированного автотранспорта пополнили автопарк социально значимых учреждений Карачаево-Черкесии. Курорт Архыз откроет горнолыжный сезон единовременным запуском южного и северного склонов. На территории Карачаево-Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. Далее об этих и других темах подробнее. 42 единицы специализированного автотранспорта пополнили автопарк социально значимых учреждений Карачаево-Черкесии. Ключи от автотранспорта руководителям ведомств вручил глава региона Рашид Тимризов. В школы республики отправились 19 школьных автобусов. При этом приоритет отдавался отдаленным населенным пунктам. 22 кареты скорой помощи отправились во все муниципальные образования республики. Новым пассажирским автобусом повышенного класса комфортности «Хайгер», рассчитанным на 51 место, обзавелся и Республиканский черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова. Автобус получен в рамках реализации мероприятий Государственной программы России «Развитие культуры» и партийного проекта «Театры малых городов» Федерального партийного проекта «Культура малой родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Подробности сообщил министр культуры республики Зураб Агирбов. В этом году наши все театры, наши ансамбли подготовили отличную программу, посвященную столетию. Теперь, благодаря такому транспорту, ну и благодаря предыдущим автобусам, которые у нас есть, и 19-местный поменьше, у нас теперь есть отличная возможность полностью покрыть нашу республику, прежде всего дома культуры в селе, а также соседние регионы, столицу и более далекие края нашей культурной работы. Что показать у нас есть, теперь благодаря такой поддержке мы активно будем гастролировать. Поэтому, конечно, спасибо проекту. Все двери теперь открыты нашим артистам. Состоялась рабочая поездка заместителя председателя правительства республики Евгения Гордиенко и министра строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Рената Семенова в Карачаевский городской округ. Вместе с исполняющим обязанности директора «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Олегом Дергачевым проинспектировали инфраструктурные и строительные объекты, расположенные на территории Тиберды и Домбая. Это две котельные в Тиберде. В соответствии с намеченным сроком, центральная котельная города будет запущена уже до конца текущего года, а вторая в начале следующего. Представители власти осмотрели и центральную модульную котельную в Домбае. Ее ввод в строй планируется в следующем году. Готовность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии, обновление туристической инфраструктуры и спектр предоставляемых услуг обсудили в рамках пресс-конференции, прошедшей на базе информационного агентства ТАСС. Предстоящий зимний туристический сезон на Северном Кавказе в рамках глобального бренда «Кавказ Гранд Туризма» обсудили руководители отраслевых ведомств макрорегиона. Республика эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства, и надо отметить, что показатели у нас стабильно ежегодно растут на 15%, отметил в ходе пресс-конференции министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Я бы хотел коротко рассказать о туристическом потоке в регион. Так, за 2021 год у нас туристический поток 1 749 000 туристских прибытий, а вот 9 месяцев уже 1 612 000. Домбай представляет современную инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть. На территории размещено более 100 отелей. Это порядка 7,5 тысяч мест размещения единовременного. 25 километров современных горнолыжных трасс разного уровня сложности. ВТРК «Архыз» – молодой курорт, который вот уже за 8 лет увеличил турпоток в 7 раз. И сегодня турпоток в «Архыз» по итогам 2021 года – это почти 800 тысяч туристских прибытий. Также доступны 27 километров современных горнолыжных трасс различного уровня сложности. Это порядка на самом ВТРК «Архыз» 2000 мест размещения, и в одноименном поселке «Архыз» это более 4000 мест размещения.
Правительство России увеличило список заболеваний, при которых дети и их сопровождающие смогут бесплатно добраться к месту лечения и обратно. Такая возможность появится у детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью. Решение коснется детей с инвалидностью, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящиеся на гемодиализе. Оно также будет распространяться на их родителей и сопровождающих. Бесплатный авиаперелет будет предоставляться в случае, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более 1000 километров. 18 ноября этого года во многих регионах и городах нашей страны будет проходить всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. Подробности сообщила главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, управления Минюста по Карачаево-Черкесии Ирина Сивицкая. Это день повышения правовой грамотности в области защиты прав и законных интересов каждого ребенка. Министерство юстиции России и его территориальные органы выступают организаторами проводимых в его рамках массовых мероприятий. В большинстве случаев дети не могут и не знают, куда обращаться со своей защитой. Поэтому основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям – это правовая помощь детям-сиротам и детям, находившимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Мероприятия будут проведены федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации во взаимодействии с органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики при участии некоммерческих организаций, занятых в сфере работы с детьми-сиротами и поддержки приемных детей. Адреса и время работы пунктов оказания бесплатной юридической помощи указаны на сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике. В Карачаево-Черкесии продолжается уборка урожая и сев озимых зерновых культур. По данным регионального Минсельхоза, в сельхозпредприятиях республики обмолочено зерновых колосовых и зернобобовых культур на площади почти 41 тысяча гектаров. Намолочено более 111 тысяч тонн зерна. В частности, намолочено кукурузы на зерно 59 тысяч тонн, накопано картофеля более 21 тысячи тонн, подсолнечника 19 тысяч, сахарной свеклы 42 тонны. Кроме того, заготовлено 357,5 тысяч тонн сена, сев озимых зерновых выполнен на площади 855 гектаров. Уже в следующем году в селе Красный Восток Малокарачаевского района соберут первый урожай с фундуковой плантации, где высажено около 10 тысяч саженцев сорта «Трапезунд». Деревца были завезены из Крыма, работы по посадке начались еще в 2017 году, а в 2023 фермеры намерены собрать первый урожай. Сад позволит не только обеспечить республику полезными плодами, но и также посадочным материалом, так как фундук активно дает прикорневую поросль и поэтому может стать источником посадочного материала для многих хозяйств республики. По предварительным данным, с одного гектара планируют собрать до 1 тонны плодов. В Карачаево-Черкесской Республике после претензий Россельхознадзора устранили незаконную свалку в 9000 квадратных метров. Информацию комментирует заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора зафиксировало ликвидацию несанкционированной свалки на плодородных землях недалеко от города Уждегуты в водоохранной зоне Большого Ставропольского канала. Свалка была обнаружена еще в августе. Земельный участок не использовался по назначению, а служил местом размещения строительного мусора. Общая площадь пострадавших земель составила 9000 квадратных метров. Собственнику земельного участка, местной жительнице, было объявлено предостережение. Владелец участка провела работы по очистке, о чем в октябре сообщила в управление Россельхознадзора. Управлением Россельхознадзора при повторном обследовании поступившая информация была подтверждена. Нарушенная часть земельного участка приведена в состояние, пригодное для ведения сельскохозяйственного производства.
Совсем скоро в Карачаевске завершатся работы по благоустройству общественной территории, которую все в городе называют «Зеленым островом». Предполагается, что он станет новым местом притяжения для местных любителей активного отдыха. О планах по развитию территории рассказал помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Курджиев. На сегодняшний день это будет площадь более 5 гектаров земли, как бы облагоустроена, облагорожена. И я думаю, как бы места хватит всем для прогулок, еще раз повторюсь. И в принципе люди будут довольны. Работы проводятся с лета. К концу месяца уже планируем завершать. Сейчас уже где-то 85% завершено. Остается облагораживание территории и как бы будет уже скоро финал. На территории Карачаева-Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. По итогам прошедших 10 месяцев в республике отмечается рост трех основных показателей аварийности. В частности, по количеству ДТП почти на 20%, по числу погибших на 44% и раненых на чуть более 22%. О том, какие мероприятия будут проводиться в республиканской столице, рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД по городу Черкесску майор полиции Руслан Каблахов. В ходе данного мероприятия сотрудники ДПС и ОГИБДД по городу Черкесску будут проводиться мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, то есть беседы в школах, беседы с преподавательскими коллективами, будут проводиться родительские собрания, наряды будут приближены к очагам аварийности. На курорте Архыз впервые единовременно запустят оба горнолыжных склона. Сейчас здесь работают системы искусственного снегообразования. Полным ходом идет подготовка горнолыжных трасс. 4 на северном склоне, 2 в поселке Романтик и 1 на Лунной поляне. По предварительным прогнозам, в начале декабря уже начнется сезон. Все канатные дороги и техника прошли необходимое обслуживание и обеспечены запасом нужных комплектующих. Кроме того, к «Черной пятнице» курорт подготовил предложение, благодаря которому даже в Новый год туристы смогут кататься экономнее, чем в прошлогодние зимние каникулы. С 15 по 30 ноября на популярные тарифы действует скидка 15%. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в горах местами до плюс 9. В Черкесске без существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru. Детям нужно очень много для счастья. Сказочные путешествия и добрый волшебник. Заколдованная принцесса, трехразовое питание с сосульками на десерт, ездовой папа и в ямку. Ух! А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!